Создать праздник вместе, предложить свое видение праздника может каждый житель Сочи. Акции, всевозможные конкурсы, администрация курорта готова поддержать любые инициативы активистов. Такая совместная подготовка ко Дню города, уверено руководство Сочи, должна сплотить жителей Олимпийской столицы и сподвигнуть к более ответственному отношению к своему городу. Мы хотели бы учесть ваше мнение, каким должен быть этот праздник. Нам бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в подготовке к Дню города. И чтобы мы вместе выработали все мероприятия, которые будут проходить в праздничные дни. Примите участие и сделайте День города нашим праздником. Праздником каждого из горожан. Свои конкурсы объявляет и администрация города. Состязаться сочинцам предлагают в хоровом пении, спорте, конкурсе проектов творческого мастерства. Особый интерес у горожан вызвала номинация «Лучший сочинский дворик». Жильцы сразу нескольких многоэтажек уже готовы к борьбе за приз. Один из показательных сочинских двориков расположен на улице Роз. Жители многоэтажки общими усилиями за счет общего фонда дома облагородили придомовую территорию. Высадили цветы, деревца установили на зеленых зонах и вот такие малые архитектурные формы. Примером бережного отношения к родному двору могут стать и жители 6-го дома по улице Макаренко. Особенно отличился последний подъезд. Здесь создали не только небольшой цветочный оазис, но и облагородили сам вход в жилье. Необычно аккуратно тут смотрится даже мусорная урна. В самом же подъезде царит чистота и домашний уют. Полюбоваться на труд жильцов приходят и соседи из близлежащих домов. Сейчас это что-то необыкновенное, только кусочек какого-то дендрария, парка. Входишь в подъезд, как будто входишь ты в какую-то из квартир. Она благоустроена. Это создает настроение перед входом даже. Все совсем не сложно, как может показаться, отмечает домком. Покрасить стены, повесить картины и развесить цветочные горшки не так уж и затратно. Зато результат говорит сам за себя. Хотелось бы пожелать всем сочинцам, чтобы не ждали, когда кто-то что-то нам создаст, а проявили инициативу и украшали свои дома, свои жилища и свой город. Начинать нужно с себя. И прежде всего с той чистоты, которую ты создаешь вокруг себя. Желание благоустроить и улучшить свой быт, оно естественно. Но вот здесь люди просто сделали, потому что это украсило их жизнь. Участие каждого ведет к серьезному большому результату. И в целом мы просто получаем красивые улицы, мы заботимся о каждом, мы заботимся о себе. И вот это, наверное, очень немаловажно. Заявить о своем участии в конкурсе можно уже сегодня. Возрастных ограничений нет. Желающим внести свою лепту в празднование Дня города до 1 октября необходимо направить заявку в оргкомитет конкурса, в управление социальной политики. С анкетой же для опроса можно ознакомиться на сайте администрации курорта. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.